Февраль 2022 года подходит к концу, но не перестает забирать известных людей. Сегодня стало известно о том, что из жизни ушел еще один популярный актер. Не стало Сергея Грекова. Сергей Греков начал сниматься в кино в первой половине 80-х годов прошлого века. Свои первые роли он сыграл в фильме-спектакле «Юнона и Авось», историческом фильме «Кто сильнее его» и фильме-спектакле «Гёте. Сцены из трагедии Фауст». К числу наиболее популярных лент, в которых снялся Сергей Греков, нужно отнести фильмы «Next», «Боец», «Билет в гарем», «До смерти красиво». Фильмография этого актера более ста ролей в кино. Некоторые из них сейчас находятся в производстве. Будущий актер родился 11 июня 1958 года. Актерское образование Сергей Греков получил в Высшем театральном училище имени Щепкина. Помимо съемок в кино, служил в театре «Ленком». Сергея Грекова не стало 27 февраля 2022 года. Актеру было 63 года. Причина его смерти не уточняется. Светлая память. Напомним, что это далеко не первая потеря февраля 2022 года. 22 февраля не стало Олега Вавилова. 18 февраля умер Геннадий Юхтин. 18 февраля из жизни ушел Борис Невзоров. Это далеко не все умершие в феврале 2022 года актеры. Получить более детальную информацию по данному вопросу можно, посмотрев видео на моем канале.